специально для Адриана Граура показываю, как он может найти румынские титры на моем канале под любым видео. Я вот специально открыл видео, вот путь на Украину, на юг Молдавии. На этом видео не были созданы титры на румынском, но есть автоматические. Вот, видите, нужно сначала активировать титры. И видите, что написано? Сейчас, еще раз. Русский создан автоматически. И для других титров, для настройки титров, нажмите значок шестеренки. Вот, назначаем шестеренки. И вот субтитры, видите, русский. Создан автоматически. Нажимаете субтитры, параметры. Вот русский. Другого нету. Нажимаете перевести. И выбираете язык румынский. Можете вот Адриан Граур, если так хочет румынский, помочь мне принять участие, чтобы я не тратил время, пока я лучше буду создавать что-то новое. Он ищет... Вот румынский, да, вот он румынский, видите, опа, все. И сейчас пойдут титры на румынском, запускаем. Видите, идет музыка. Уже пошло на румынском языке, видите, музыка написана. Тут пока слов нету, идем дальше, вот. Опа, салутария тут урор. Ликури Светлов, Кала, Кишинев. Вот. Видите? Вот, Адриан Граур, вот тебе чудо. Учи интернет, задавайся целью и помогай каналу Кишинев Молдова. Вот таким образом ты можешь помочь каналу пройтись по всем моим видео, активировать субтитры сначала, потом перейти в шестеренку. И вот, заниматься помощью, переводом. Вот видишь, тут сейчас румынский язык включен. Видишь? Видишь, румынский на русский на румынский. И ты нажимаешь, вот хочешь добавить украинский. Вот, к примеру, потому что я снимал для украинцев тоже. Нажимаешь перевести. И ищешь тут язык украинский. КЛМНУ. Сейчас, где он, украинский язык? Ах ты, сейчас, хэ. Ага, вот, украинский язык, раз, все. Светлячки, светлячки, по-доброму светлей. Моментально все работает. И все отлично получается. Вот. Вот как делаются титры на Ютубе со стороны зрителей. Вот. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Хочу дополнить, что данные операции можно проводить на любом канале, с любым видео. Не только на моем примере. Вы можете переводить любой фильм. Но если автор канала настроил автоматические субтитры, как это сделал я заблаговременно. И успех вам обеспечен. Но это в том случае, если видео подготовлено, как у меня. У меня все видео подготовлены, все без исключения. Так что на моем канале вы можете включить любой перевод. Иврит, английский, белорусский, болгарский, грузинский. Все то, что, чем располагает YouTube, все это доступно на моем канале в полной красоте. Желаю вам, дорогие друзья, приятного дня, приятного вечера, кто у кого вечер, и персональный привет Адриану Грауру.